Уже в это воскресенье, 13 октября, вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Будьте счастливы». В нем главные роли сыграли Светлана Смирнова, Марцинкевич, Артем Осипов, Михаил Евланов, Евдокия Германова, Марина Николаева. Мир Нади рушится. Она бездетна, муж уходит к другой. После развода женщина решает, что жить ей больше незачем. Но в последний момент ее спасает неизвестно кем вызванная скорая помощь. Придя вся, Надя обретает чудесный дар – видеть людей, предназначенных друг для друга судьбой. Она понимает, что должна соединять пары, и ей тут же подворачивается подходящее место работы, а именно ЗАГС.